12 августа после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни председатель Союза женщин Чувашии Ольга Зайцева. Гражданская панихида и прощание состоятся 16 августа в 10 часов в Чувашской государственной филармонии. Ольга Зайцева родилась на Украине в городе Енакиево Донецкой области. В 80-е годы Ольга вместе с дочерью и мужем переехала в Новочебоксарск. В 2006 году она стала депутатом Госсовета и возглавила комитет по социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту. Тремя годами позже Ольгу Юрьеву избрали председателем Союза женщин Чувашии. Под ее руководством общественная организация сплотила вокруг себя талантливых, амбициозных женщин нашей республики. Союз проводил большую работу по сохранению нравственности, ценностей, укреплению роли женщин в семье. За вклад в развитие общественного движения Ольга Зайцева имеет благодарственное письмо от президента России, благодарность главы Чувашии и почетное звание заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики.